Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, King on Fire, Васаби, Скромник, как всегда, очень много подписчиков и подписчиц, пацаны, познакомьтесь. Всем привет. Добрый день. Давно у нас не было рубрики «Огромный шар гоняется за нами» или «За аниматрониками». Если опять укушите, приятного аппетита, а мы скачали для вас классную карту «Футбольное поле», потому что она очень оптимизированная, у пацанов не лагает. Все, Меркурий, можешь нас давить, я надеюсь, у тебя получится. Убеги, беги, беги, ты сможешь. Да, правильно, просто резко сворачивай. А я бегу возле шара желтого. Пацаны, давайте троллить, вокруг него просто летать. Все по кругу. Хоровод. Хоровод из аниматроников. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднять вам настроение и просто поиграть. Потому что я люблю играть в игры каждый день. А и кто не знает... Хочу пропиарить, что есть у меня еще один канал, называется Димас Лайф, где вы можете увидеть ролики по Роблоксу, по Скрап-механику, по Брикриксу, которые вы не увидите на основном канале. Так что заходите по ссылочке и подписывайтесь. Там уже 10 роликов, которые выходят каждый день. То есть свежачок, такой вы не увидите на основном. Эксклюзив. Кстати, на канале уже 60 тысяч подписчиков. Так что всем спасибо, давайте до 100к добьем. Ты задавишь кого-то, чи нет? А знаешь, что хочу сказать? Был бы я или Бульбазавр, мы бы уже задавили. Мы были просто опытные. С шифтом. Ты когда будешь шифт нажимать, ты быстрее будешь катиться. Мы стоим... Знаешь, я просто стою на месте, он даже не может на меня наехать. Притом я бы дал просто поле. Мог бы и побольше взять, но... Будешь, движ начнется тогда, когда он задавит хоть одного. Ну, 5 хп снес? Да. Бульбазавр, давай тогда по одному хп всем. Так нечестно. И у шара будет, да, одно хп? Все, поехали. Вот теперь четко. Если коснется, мы сразу умерем. Даже если упадешь с маленькой высоты, сразу умираешь. Аниматроник тяжелый кабан. Ну что, давайте, пацаны, не можете, да? Ему проиграть никто? Я тоже не хочу. Я хочу жить до последнего. А я бегаю возле шара. Ты можешь пробел нажимать, прыжок, в воздухе shift. Он будет ускоряться быстрее. Ты учись. Ой, было это рядом. Это было очень рядом. Еще бы чуть-чуть, Димас, и ты бы все. Да, это было бы фейл. Стоп саунд успел прописать. Так, я прыгать не могу. О, я тпхнулся! Блин, идиот! Это считается, что я проиграл? Ну ладно, давайте поможем ему. Не, ну ты ж не можешь. Давайте я покажу, как надо играть за шар. Шар убийца выдвигает. Ого! Камера далеко, но это вам есть большой плюс. Давай, короче, вместе, надо стеной идти просто. Вот смотри. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас мы марионетку попробуем загнать в угол. А, я так понимаю, что тяжеловато, да, играть? За шар. Блин, пацаны, вы не поддаетесь. Надо было все-таки аниматроников медленных брать. А я сейчас гол забью, сам собой. Ой. Прыжок. Ой, уже. Знаешь, что прикольно? На этой карте хорошее освещение. Давай, 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 дави. О, кстати, пока мы катимся... О, уже трое. Хочу показать, как можно улучшить графику в Garry's Mod моментально. Заходите в пост обработки, шейдеры и свечение. И сразу намного все ярче. Я не знаю, видно сквозь прозрачную, но видно, как шар начинает светиться. Прикольно, короче, очень смотрится, карта ярче. Я от первого лица могу за шар играть. А, я не могу катиться, я на месте кручусь, потому что камера искажена. Так, нас трое. Три против четверых, иди сюда, бомж. Да дави, 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 стеной, так, и в угол зажимаем его. Надо втроем, только втроем надо. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай, срезай, срезай угол. Не надо. Надо, надо. Ну блин. Давайте втроем держаться, мы точно задавим. Давайте вот так стеной. Три яйца. Ой, три шара. Трехяичный. Отлично, енотка умерла. Так, осталось у нас самые читерские. Это марионетки. Ах ты жопа, иди сюда. Кстати, тут так можешь загуляться и поддаться. Что? Я уже прошу. Молодец. Ничего не понятно, но очень интересно. Мы... Марионетка. Я знаю, что ты за марионетку играешь. Две марионетки против трех шаров. Сейчас будет четыре. Да нет. А чё? Меня не поймай.
Ну, давайте, я держу марионетку. Я, кажется, так же умер, как и ты, телепортируешь. Возле ворот держу. Есть! Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Я убил вас, обескромненько. Настроение отлично. Надеюсь, вы смотрите мои ролики, и вам поднимается настроение. Каким-то образом. Я последний. Давай, дави вот в эту сторону. Давайте стеной идем. Четырехяичные, давайте, пацаны. Жмем его. Четыре, пять яиц. Давайте, вот так и катимся. Блин, еще чуть-чуть, сейчас получится. Ты думаешь, ты умный самый? Нас очень много. Давите. Ну блин, а. Ну ты жопа морская, иди сюда. Рассоединяемся. Да, давайте рассоединяем на дурачка. Вдруг кто-то случайно удавит его каким-то образом. У вас много, я последний. Не, ну мы попробуем. Давай все-таки шанс. Не поддавайся. Постарайся выжить. Без ТПХ. А, с ТПХ ты можешь умереть. Я загораждаю путь, пацаны. Отлично. Ха-ха-ха, ты сам себя зажал. Есть. Пацаны, знаете, что я хочу? Берите шары, пусть у вас остается. Я сейчас возьму... Буду один я выживать, а вы против меня. Хочу я теперь попробовать в бульбозавра шкуре. Бульбозавр, бери тоже себе шар, а я возьму себе чили пиздрика. Так, кого же взять? Кого же взять? Не, ну это сильно будет читерски, да? Да, иди сюда. Сильно быстро, да? Фигачу. Давай мне один... Нет, это сильно быстро, мне кажется, да? А это сильно медленно. Таны! Это сильно медленный челик. Тем более выш. Ой, один хп резко стал. А так надо же ж. Блин, а я ж проиграю так. Эй, яичный шар. Отвалите! Ну блин, он очень медленный. Давайте я быстрее возьму челикса. Давайте тогда не сиреноголова. Давайте... О, отлично. Давай мне один хп. Вот, пойдет. Я, пацаны, вас верю, вы сможете меня задавить. Ну вы же тоже играете с профессионалом, тоже учитывайте. Наполовину. Уловили мою тактику? Она очень простая. Двигайся, беги. Ну, пацанам не попадайся. Я понял, что это так. О, я могу... Пацаны, с двух сторон зажимаем. Два с углов и одни тут. Я могу ТПХаться. Но я не буду, это нечестно. Давайте без ТПХания с этого момента. А я качуюся. Сюда, я тебя поймаю. Ты не сможешь меня поймать, потому что... Знаете, это как челлендж. О, ну стой. Ну, стойте, да, я смогу шар поджечь? На С можно поджечь? Попробуйте, пацаны. Нет. Было бы классно, еще горячие шары, да, что были? Да, я взял, конечно, аниматроника очень быстрого. Так, Димас, у нас тут... Видите, я прям рядом могу бегать, а вы меня не убиваете. Прям, ну, вот так вот, прям рядышком совсем. Ну, это как говнище какое-то. Так, давайте кто-то еще ходите, я поделюсь шаром, а выберите кто-то из вас аниматроников. Мы попробуем подавить. Димас, можно мне последнему остаться? Давай. Можешь прям с шара превращаться в другого аниматроника. Все, взял голову вот эту вот. Обязательно в аниматроника. О, это, блин, быстрый. Ну, можешь другого любого взять, вообще без разницы. Можно взять хэдкраба? Можешь. О, давай хэдкраб. Хэдкраб против шаров. Мне даже нравится. А, я вижу его. Так, хэдкраб, давите хэдкраба все. Это будет очень больно, даже жизни можете мы не уменьшать, в этом нету смысла. Дави, я хочу его задавить. Эй, хэдкраблокс. А чё он не умирает? Давите его. Так как это так? Ты читерокс. Мне 35 хп осталось. Надо было тебе... А сколько было у тебя? 40. А, так ему 5 хп. А, все. Ребята, у нас последнее выживание. Я взял такого прикольного головастикого чубрика. Все, давайте, давите меня. Ух, я успел. А вот тут вы и не задавите. Это единственное место, где я могу выжить.
Я такой прикольный челик. Так, сейчас, я сейчас, кстати, попробую убежать. Сейчас попробуем убежать. Опа! А я бегу за этого челика. Ух ты. А я не могу мочить, не? А, я могу возле ворот даже встать, и вы меня не дамажите, так как я маленький. Ой, 30 хп. Тихо, тихо. Прыгай, прыгай. О, я могу бы и не хопить. Отлично. Ну, хорошо. Стал большим челиком. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну, а всем отличного настроения и всем пока.